Закрытый клуб «Миллиард» – это люди, способные менять бизнес в Красноярском крае. Чтобы прогнозировать, как будет развиваться рынок и куда стоит вкладывать деньги, резиденты организуют встречи, на которые может попасть далеко не каждый. Какие виды бизнеса сейчас в тренде в крае, расскажем в следующем сюжете. Розлив минеральной воды, простой питьевой воды, либо газированных напитков – это уже как инвестор посмотрит. Оксана Хорошавина пришла на сессию с идеей возродить завод напитков в Шушинском районе. Предприятие обанкротилось в 2013 году, но сейчас со свежими ресурсами может стать достойным конкурентом в Сибири. Объем инвестиций – 600 миллионов рублей. По словам авторов проекта, эти вложения окупятся за 4 года. Тем более сохранена инфраструктура, есть рабочие руки, есть люди, которые помнят и знают это предприятие, готовы на нем работать. Я думаю, что все получится. Сегодня на встрече закрытого клуба резиденты представляют для потенциальных инвесторов 10 проектов. Среди них комплекс по производству молока, масла и сыра в Новоселовском районе, а также агропарк в Хакасии, где производят полуфабрикаты из свежих овощей и фруктов. Мы пригласили самых крупных сельскохозяйственных производителей Красноярского края, самых крупных игроков рынка в сфере пищевого производства. Эти люди имеют не только капитал, но и соответствующую экспертность. Резиденты клуба «Миллиард» усиливают бизнес в регионе и задают новые тренды при поддержке корпорации развития Енисейской Сибири. Сегодня мы расскажем о таких проектах, как открытие производства детского питания и модернизация либо реновация центрального рынка города Красноярска. Точка притяжения, на которой бы там на первом этаже был рынок с продажей фермерских продуктов, в общем там стиле, в дизайне и так далее, а на втором, третьем этаже возможно фудкорт. Предприниматели могут здесь не только установить деловые связи, но и с первых уст получить информацию о мерах поддержки от Красноярского края. Прямая поддержка, господдержка сельхозтоваропроизводителей в прошлом году составила чуть менее 8 миллиардов рублей. Это огромная сумма. О том, в какие из 10 проектов инвесторы уже готовы вложить деньги, пока инсайдерская информация, говорят предприниматели. Но обещают, что результаты такой встречи будут заметны уже в ближайшее время. Лилия Мишалкина, Павел Иваницкий, 7 канал.